чума несет, и можно только гадать, кого нам завтра провожать, кого встречать. Девочка ждет, мальчик не идет, плохо. И напрасно льет слезы под дождем, кроха. Это так всегда, кажется, навек любишь, но вся эта беда совсем не навсегда. Вечер добрый. Бывает, когда он проходит вот так с программой «Запой со звездой». Сегодня у нас в гостях легендарный артист Николай Ким, лидер группы «Арамис». Николай, добрый вечер. Добрый вечер, Паша. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы вам рады. Я надеюсь, это обоюдно и взаимно. Значит, наш бармен всегда к программе «Запой со звездой» делает какой-нибудь чудовищный коктейль. Вот это он. Вот это надо пить? Ну, это можно пить. Нас уверяет, по крайней мере, наш бармен. Цвет какой-то. Цвет загадочный, как и то время, в которое сейчас мы живем. Мы с намеком, так сказать. Николай, давайте вначале все-таки мы поговорим про историю становления. Ну, сначала, наверное, вашу лично как артиста. Почему? Потому как правило, эта история связана с чем? Либо это родом из детства, либо это профессиональная деятельность. В вашем случае какая эта история? Все началось лет с 6. Наша соседка по лестничной площадке была концертмейстер, пианистка, лауреат конкурса. Мама очень хотела, чтобы я научился, чтобы я стал музыкантом. И вот она к нам приходила после третьего занятия, я от нее начал прятаться в стенном шкафу. Когда она приходила, я прятался, она... Коленька, ну выйди, покажи мне, где нота до. Я говорю, у мамы спросите из шкафа. И, короче, решили вот в 6-летнем возрасте, что пианист из меня не получится. В 13 лет я услышал, как на танцах ребята почему-то играют песню «Yellow River». Помнишь? Толстый Карлсон. Мне так понравилось, тогда еще Битлз я даже не слышал. И вот благодаря группе «Кристи» я взял уроки гитары, в 13 лет я начал упорно учиться. Это было в далеком северном городке Инта, туда меня судьба забросила. Пошел в Дом культуры с ребятами, с
с нашей школьной группой. И мы, я пришел, говорю, я хочу стать как Джордж Харрисон. Мне говорят, Джордж Харрисон уже есть, как Пол Маккартни. Я говорю, ну давайте Пол Маккартни. И мой первый инструмент, кстати, был контрабас, тогда бас-гитар вообще не было. Нормально. Я вот так да. Контрабас, мне кажется, это вообще самый красивый инструмент из всех музыкальных. Я его боялся настраивать. И когда я его настраивал, я плоскогубцами тянул. И за него прятался, так бум, бас все лопнет. До сих пор у меня еще привычка. Я вот двумя пальцами нажимаю струну, потому что у меня пальчики тоненькие были совсем. И я не мог прожать на контрабасе струну. Но до сих пор я все струны, мне говорят, что ты двумя пальцами нажимаешь? А я, это все у меня с детства оттуда. Невероятно. В тот момент, когда вдруг случилась гитара, контрабас случился, в тот момент представляли вы себе свою судьбу дальше? Или это было просто по наитию, ну пошел я и пошел? А меня судьба сама повела. Получилось так, что после года или двух выступлений на танцевальных площадках в городе Инта, я поругался с нашим музыкальным руководителем. Он нас заставлял принципиально, за что им огромное спасибо, играть все с листа по нотам. Mm-hmm. И на одной из репетиций я решил схалтурить. И сыграл по-своему. Он на меня матом как запустил. Ну, я тоже ему в ответ. Он говорит, вон, я говорю, сам пошел. И все, положил гитару и ушел. И все, мне думал, тогда казалось, что жизнь моя закончилась. Mm-hmm. Что меня никогда в ансамбль не возьмут, и все. Я ходил на танцы, расстроенный, смотрел, как ребята играют. И думал, все, Коля, ты больше не музыкант. А потом я просто взял гитару, начал сочинять свои песни. И все как-то само пошло. Вот в 14 лет я первую песню свою написал. Прикольно. И вот в какой момент случилось то, что называется минута славы артиста? В какой момент проснулся Николай и сказал себе, все, да, действительно, меня знает вся страна? Это даже не утро было. Это был вечер, мы выступали в Лужниках, и была премьера песни «Девочка ждет». Я пропел первый куплет и первый припев, а второй припев со мной пели все Лужники. Прикольно. То есть никто их не заставлял учить. Они просто взяли и хором. До сих пор, кстати, поют залы, где я выступаю. Много людей поют, цирки поют эту песню. И вот тогда я вышел со сцены, и ко мне бежит один мой хороший знакомый, артист. И говорит, Колька, это слава, ты победил. За день до этого он ко мне пришел домой. Я когда ему сыграл, девочка ждет, он говорит, Коль, ну что ерунду какую-то, девочка ждет, кроха какая-то, кому это надо? Uh-huh. Пирог только мне подбежал, был, он говорит, я себе говорил вчера, что все будет клево. Вот, это была минута славы, наверное, когда я проснулся, и страна услышала впервые песню «Девочка ждет». Но, смотрите, песня «Девочка ждет» – это ведь не один, будем откровенно, ваш хит, ведь есть еще «Королева двора». Ну, во-первых, по поводу «Девочки ждет», они разные мнения существуют. Кому-то она неприятная, кому-то она нравится. Но если взять, к примеру, весь бывший СССР, который ее знает, грубо говоря, 200 миллионов, то 70 точно ее знает. А если она нравится хотя бы 30, это, извините меня, хороший успех. Так что тот, кто относится к ней пренебрежительно, пусть сначала добьется, что песня спустя 30 лет. Ну да. А ей 30 лет уже в этом году девочка ждет. Что касаемо «Королевы двора», я никогда и не думал, я вообще никогда, когда сочиняю песню, я думаю, будет она хитом или нет. Я просто написал эту песню, а потом лет через 10 зашел в интернет и думаю, есть где-то моя песня или нет. Я набираю «Королева двора», а там выскакивает «Королева двора», музыка и слова народные. Я открываю YouTube, а в YouTube столько людей ее поют. Я думаю, вот действительно, вот как оно бывает, да? А я и не планировал. Ничего. Пошло в народ, да. Оно само пошло. «Ночная гостья». «Ночной гости», да, там другая ситуация. Это ко мне пришел в начале 90-х один артист, музыкант. Он написал музыку, и он очень просил написать мне стихи на эту музыку. Я отказывался, потому что не люблю писать стихи на чужую музыку. Но он мне принес эту мелодию, мне она понравилась, я написал стихи. И как-то я про нее и забыл, про эту песню. И вот уже спустя ее эту песню исполнял другой артист. Песню «Ночная гостья», я думаю, все знают, она стала хитом. Конечно. Я сейчас вот уже где-то, наверное, месяца два или три, как сам начал ее исполнять. Почему бы нет? Ну, да, как минимум. Значит, друзья мои, давайте прямо сейчас мы прервемся на еще один музыкальный подарок, который прямо сейчас случится на нашей сцене. Далее еще одна невероятная история про то, как случилась группа «Арамис». Это отдельная история.
где-то между тенью и светом, ни зимой и ни летом, на краю бытия. Где-то так встанут планеты, и, раскрыв все секреты, ты встретишь меня. Завернешься в одеяло, слыша крик летящий вдаль. Мы с тобой из разных стад. Продолжаем. Вечер обещает быть интересным, вечер обещает быть музыкальным, ну, в общем, как каждое воскресенье на нашем канале. Итак, группа Арамис, да, Николай Ким, группа Арамис. Как появилась группа Арамис, я знаю, что есть невероятная история. Ну, невероятность ее в том, что группы Арамис не было, когда я вышел у нас. Мне позвонили из редакции и сказали: «Коля, через неделю ты выходишь на сцену, надо вписывать в афишу. Как писать? Николай Ким или...» А, мне еще придумали, да, был такой псевдоним Дэниел Ким. Я говорю: «Не хочу я быть Дэниелом, дайте я останусь Николаем». И мне что-то в последний момент примкнуло, я говорю: «Напишите группа». Я всю жизнь в группах этих. «А как группа называется?» Я говорю: «Да я, собственно, не знаю». «Ну, придумай что-нибудь». Я говорю: «Ну, пусть Арамис будет». «Почему я это ляпнул?» Меня до сих пор все Арамисом зовут. Я ненавижу имя Арамис.
Как пудель какой-то. Ну как же, классика советского кинематографа. Ну, в общем, ляпнул и все. Вот так, да. То есть на тот момент не было ни музыкантов, никого. Было только название группа «Арамис», которая случилась просто в голове. И спустя неделю случилась группа «Арамис» уже на съемках. Да, просто нет. Я в течение 2 дней я нашел музыкантов. Вот, они ко мне пришли, я им раздал материал, они выучили его, хотя бы аппликатурно. Вышли на сцену и вот таким образом повел группу «Арамис». Здесь очень важно еще отметить один нюанс в разговоре про именно этот коллектив. Этот коллектив ведь дал старт приятным звездам отечественной эстрады. Да, не скрою, я очень горд тем, что 17-летним пареньком ко мне пришел на прослушивание Александр Шова. Я думаю, что никому его не надо представлять. Это великолепный вокалист, мультиинструменталист. Огромный души человек, золотой человек просто. Сашка пришел к нам в группу в 17-летнем возрасте. И когда я его прослушал, я понял, что это неограненный бриллиант. Что он все равно будет ограненный, он все равно будет. Два года мы работали, Сашка делал аранжировки, пел на бэк-вокалах. Ездили мы с ним по всей стране на гастроли. Так что вот сейчас это Александр Шоуа. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Те, кто его любит, начинал он в группе «Арамис». Вот понимаете, какие невероятные истории случаются здесь в программе «Запой со звездой». Ну вот и раз уж мы плавно подошли к тому, что проехали всю страну. Ну действительно, ведь и страну проехали, и все постсоветское пространство, и далеко дальше. Наша любимая рубрика – это любые истории, которые невероятные случались с артистами во время переездов. Мне всегда задают вопросы, я всегда затрудняюсь, потому что все эти байки связаны так или иначе с алкоголем. У нас программа называется «Запой со звездой», но у нас вообще цензуры нет. Эти истории со многим связаны, поэтому самая такая, наверное, порядочная история. Да, были концерты в Санкт-Петербурге такие, когда стоял один клавишник на сцене и пел, открывал рот под фонограмму группы «Арамис», а нас вообще не было. Прекрасно. А мы бы просто забыли, что у нас концерт. А он один вспомнил, пришел. Да. Была другая байка. Мы приехали в Ереван. Это было начало 90-х. Тогда как раз распадался Советский Союз. Все воевали со всеми. Мы когда прилетели, нам сказали: ребят, нет ни света, ни воды. Кафе, рестораны закрыты. Кушать нечего. Свет эпизодически дают. Так что, говорит, сегодня, говорит, вы без еды. Ну, я приехал в гостиницу, значит, расположился в номере. Разбираю гастрольную сумку, и вдруг у меня рука нащупала яйцо куриное. Каким образом оно завалилось, я не знаю. Ну, я, значит, достал, положил на столик журнальный, думаю. Сейчас в это время открывается дверь, заходит музыкант. Калек, ну чего там самое? Говорю, ну садитесь, будем обсуждать. Говорю, сейчас послали человека куда-то в горы, он будет шашлык нам жарить, он повезет. И в это время выключает свет. Мы продолжаем разговаривать, зажигается свет. И я смотрю на стол, а на столе вот так вот горочка и лежит скорлупа. От яйца. Яйца нету. И я так у меня в мыслях думаю, это ж каким фокусником надо быть, чтобы вот так в темноте молча размять это яйцо, очистить и проглотить его. И все смотрят на меня такими чистыми светлыми глазами. Видимо, они поняли мой взгляд, потому что следом я схватил тапок, взревел, как буйвол, которым ножницу назад, вот, и побежал за ними. Ну, так никто до сих пор, я сколько лет прошло, говорю, ребят, ну кто сожрал это яйцо? Так нагло, так подло, черт темноте. Ну, слышишь, вот мы сейчас с тобой сидим, выключает свет, да? Я начинаю чистить сон. Да ты же услышишь? Конечно, конечно. Вот фокусники мы такие были. Ну, значит, артисты талантливые. Очень талантливые. Все были очень талантливые. Это очень важный момент. Друзья, давайте здесь мы вновь прервемся на музыкальную композицию. Далее вернемся и продолжим разговор. Ты слезу смахнула и отвернулась. Помню, за твоей спиной стояли, мы смотрели вслед и улыбались. Мое детство, моя юность. Ты помнишь, как это было?
как будто давным-давно. С урока убегали мы в кино, а после в подъезде, когда весь город спал, я в первый раз тебя поцеловал. Тебе шла школьная форма, а мне самопальный клёш. Из памяти эти кадры не сотрёшь. А помнишь Шизгару и песенку про Гёль? Плакали гитары, когда мы прощались. Ты слезу смахнула и отвернулась. Помню, за твоей спиной стояли, мне смотрели вслед и улыбались. Мое детство, моя юность. Я вижу имена всех старых и верных подружек и друзей, героев бурной юности моей. Плакали гитары, когда мы прощались. Ты слезу смахнул, вернулась. Помню, за твоей спиной стояли, мне смотрели вслед и улыбались. Мое детство, моя юность. Мое детство, моя юность. Дальше, наверное, вопрос будет про то, что случилось вот прямо сейчас, происходит, заканчиваются все эти эпидемиологические истории и меры. Все артисты по-разному совершенно это переживают. Кто-то взял действительно себе отпуск и только и делает, что ничего не делает. Кто-то, наоборот, ушел в то самое долгожданное творчество, которого не хватало. Чем вы занимались во время вот этих вот этого периода самоизоляции? Ну, во-первых, мне не надо брать отпуск, у меня он постоянный. Во-вторых, я... Артисты счастливые люди. Когда хочешь, тогда и отпуск. Во-вторых, я всегда ничего не делаю. То есть я как спал на кровати с гитарой, вот, прошу меня нормально понять, да, вот у меня гитара всегда она рядом лежит, не женщина, а гитара. Потому что я ночью просыпаюсь всегда раз, то есть у меня творчество не прекращается никогда. И ну что, я пытался заниматься сейчас на тренажерах, там, ой, блин, свело старость. Ну, бесполезно, я толстею, я чувствую, что еще две недели и все. То, что происходит сейчас в Москве, я не знаю, по-разному можно судить, но я считаю, что абсурд то, что происходит. Как можно мне бегать в маске, допустим, да? Или как мы можем домами выходить гулять, да? Я такой идиот, я сейчас выйду на улицу и со всеми буду обниматься. Конечно, это перегибы. Ну, деваться некуда, нам приходится подчиняться. Так что творчество, да, вот благодаря всему тому, что сейчас происходит, и в конце концов, ты же хороший событий, что он у вас на программе. Ну, как минимум. Первые послабления случились, вот мы. Я наконец встретился со своими музыкантами, клавишником Андреем Пановым и прекрасным гитаристом, рок-н-ролльщиком Антоном Сабаевым. И вот сейчас мы, наверное, что-то будем думать, каким образом нам существовать дальше, что делать. Сейчас идет аранжировки новых песен, ведутся.
То есть работа идет. И это независимо от того, есть пандемия или нет пандемии. Я нахожусь в постоянном состоянии творчества с 14 лет. Для меня ничего не изменилось. Это, вот это, мне кажется, самый правильный путь, когда ты постоянно находишься в любимом деле. Здесь тогда, ближе к финалу уже нашей программы, хочется сказать ровно следующее. Что-то душевное, что-то с настроем для нашего зрителя, всех тех людей, кто сейчас посмотрит в эфирной сетке, и затем мы обязательно это все зальем на наш канал в YouTube. Пожалуйста, зритель ваш. А что же душевного такого сказать-то? Самое главное в нашей жизни – это любовь. Благодаря этой любви и жизнь существует на земле. Любите друг друга, умейте прощать друг друга. Потому что в молодости мы все разбрасываем камни, а в старости их приходится собирать. А собирать гораздо сложнее. Вот мне уже много лет, я начал собирать камни. Это гораздо сложнее. Постарайтесь меньше совершать глупости, если это, конечно, возможно. Хотя, говорят, если бы молодость, да, то старость. Да знала, да. Если бы старость, да могла. Любите друг друга, жалейте друг друга, прощайте друг друга, и все будет хорошо. Я сказал пафосные слова, но я не знаю, что вот это. То, что из души. Слушайте, ну вот здесь очень важно, да, понятно, что, конечно, жизнь человека и жизнь артиста – это параллельная история. Очень часто мы это не делим, но, тем не менее, вот свою артистическую жизнь вы оцениваете как удачное, как могло бы быть лучше. Как вы ее оцениваете? Что касаемо того, что я себя реализовал, да, потому что раз мои песни знает вся страна и поют по всей стране до сих пор, значит, я себя реализовал. Я мог бы добиться большего успеха в узнаваемости, потому что, ну, далеко не всякие знают, кто такой Коля Ким, или кто такой группа Амис, что такое, но знает песни «Девочка ждет» или «Королева двора». То есть в этом плане я реализовался. И если бы я был не таким принципиальным, каким я являюсь, если бы я соглашался делать то, что нужно было делать, а не то, что я хочу, было бы все по-другому, наверное. Вот, вот теперь давайте на этой ноте еще один совет. Я знаю, что нас на самом деле очень много смотрят начинающие артисты, люди, которые только приходят в эту профессию или по зову души, или действительно по профессиональному образованию. Что бы вы посоветовали молодым артистам, молодым музыкантам спустя вот эту большую, интересную творческую жизнь? Каким быть, чтобы быстрее, лучше, краше, интереснее? Ну вот первое, что мне пришло на ум, это неподготовленный ответ абсолютно. Мне рассказывали историю, как великий Марк Нофлер, лидер Dire Straits, да, учился играть на гитаре. Он же довольно был в серьезном возрасте вышел на сцену, не с малолетства, такой везунчик был. Рассказывал один из его приятелей, что однажды у них была какая-то вечеринка, они долго гуляли, а он сидел, играл на гитаре на кухне. Вот. И утром он открывает дверь, дверь плохо открывается. Он ее с трудом отодвинул, и лежит Нофлер на спине, спит с гитарой. Вот, ребята, если будете спать с инструментом, все у вас получится. Ну и, конечно, нужно попасть в нужный момент, в нужное место. Это везет не всем. Потому что я знаю массу великих музыкантов, которым я в подметке не гожусь. Масса образования, и Ипполита Матвеева, и Гнесина. Но им не повезло в жизни. А мне просто немножко больше повезло. И надо быть, конечно, фанатиком. Вот если ты не фанатик, ты ничего в жизни не добьешься. Может быть, даже фанатиком-токарем. И, кстати, великолепным токарем. Это да. Ну, а тогда как параллельно прошла жизнь человеческая? Вот себя как человека, своя жизнь. То есть просто когда ты фанатик, ты отдаешь себя полностью творчеству, профессии и тому, чем ты любишь заниматься. А вот тот аспект, который называется личная жизнь, тот аспект, который называется жизнь человека – здесь бы что-то поменяли? Ну, нет. Во-первых, для меня всегда главное в жизни, конечно, это были мои родные и близкие, но параллельно с ними всегда шла музыка. У меня бывали моменты, когда в начале 90-х было очень сложное время, и работы не было, вернее, там, после 93-го года. Я садился на машину и ездил, зарабатывал деньги по Москве. А на вырученные деньги я не покупал продукты. А я эти деньги собирал и шел на студию, записывал песню. Вот я так относился к музыке. Вот если я, у меня был выбор купить что-то вкусного, кусок мяса в магазине, или новые струны для гитары, я всегда, в приоритете для меня были новые струны.
Вот если так относиться к своему делу, мне кажется, все получится. Там же тоже все видят. Согласен, согласен. Слушайте, ну, мне кажется, очень крутая история, и мне такие очень дельные советы, но нет ли перегиба в фанатизме музыкальном? Ну как, это все равно, что сказать биатлонисту, а зачем ты тренируешься, бегаешь в день по 50 километров, да, на лыжах? Ты же все равно классно на лыжах бегаешь. Угу. Зачем? Ну, пробеги 20 километров. Нет, здесь только или мы, или нас. По-другому не получается. Вот, друзья, давайте на этой ноте предлагаю, чтобы мы всегда были счастливы, здоровы и в замечательном настроении. Давайте перейдем к финальному номеру нашей программы. И еще раз всем-всем-всем огромное спасибо. Николай, спасибо вам. Белый крест.
Николай Ким, лидер группы «Арамис» у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное. Маленький приятный подарок от нашего телеканала. Еще раз спасибо. Хорошего вечера, друзья, вам, нам, ну, в общем, всем. Отдельное спасибо нашим музыкантам. Давайте поблагодарим аплодисментами. Спасибо шоу «Балет Селебрити» и, как всегда, прекрасная площадка «Руки вверх» бар «Тверская 22». С вами встречаемся через неделю. Это будет «Ночь за поезд со звездой». Ну а пока, пока.